Приветствую на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в Ведьмак. Так. Где мы тут сохранились? Давай, вот. Ведьмак. Это первый Ведьмак. Такой немного в управлении, правда. Хреновасики. Но на тот момент было классно. Получилось? Разобьем эту кучу. На червяке делаешь? Я знал, что это сработает. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру. Так, вы только что изучили знак Арт. Телекиническую силу, используемую для очистки дороги от препятствий или отбрасывающих противников. Понятно, так. Щелкните правой кнопкой по цели, чтобы использовать... Ага. Лево это меч, право это знак. Вон он появился. С левой стороны синий такой. На. Как я? Здорово, да? Бахнул. О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа! Вы просто как дети! Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на... Делай математику в черновике. Он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем. Я тебе дам... Ой, в черновик возила и делай там. Континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что я не знаю. Черновик, бери и делай. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если так, этот идиот ничего, не заткнется, да, такая? Я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Кто куда идет? Я спускаюсь. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт, нам обоим может понадобиться твоя помощь. Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже! Эскель и Ламберт остаются со мной. Саволла читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Давай. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас чувствую, дорогу. Химера идет. Выламывай, давай стену. Вот оно. Опыр. Так, я-то сейчас убегу. Защитим лабораторию. Все, я убег. Не стал с Химерой сражаться. Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его филин. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Так. Так, это что, энергия? Так, знаков особый удар. Текущий уровень 25, максимальный 25. Нет. Так, энергия. Токсичность. Уровень интоксикации организма ведьмака при превышении определенного порога начинается процесс негативного воздействия на организм. Так, гром повреждения увеличивается на 100%. Вероятность уклонения снижается до 50%. Отражение удара снижается 6 часов. Ага. 1 час.
Короче, надо еще узнать, что бухаешь, короче. Идем. Выпей эликсир и пойдем. Выпей эликсир. Так, где он у меня? Филин. Ну давай, что у меня? 7 часов. Ускоряет восстановление энергии. Телепортация. Мощная магия. Дальше нет пути, Белый. Я не позволю вам нарушить планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, который вас выпотрошит. Ну, вообще-то он сначала вас сожрет. Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Ай-яй-яй. Ты недооцениваешь врага. Энергия моих людей меня усилит. На конах в жертву приносит. Каждое использование знака уменьшает энергию. Геральт отображает так, желтой полосой. Так, на игровом экране. Так. Спокойно. Давай, бей быстрее. Так вот. Захренакал я его. Геральт, ты был прав. Они идут в лабораторию. Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Савола кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории. Идем. Так, добыча. Передать все. Все мне. А с этих уродов-то я ничего не поимею. У них ничего нет. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что я тут взял? Сумка, так. Ценный предмет. Ценный предмет, который можно продать или кому-нибудь подарить. Сапфир. Эликсир. Так, это мы знаем. Гусиный жир. Рифский херес, слабоалкогольное пиво, из чеш, которое варят. Так, щелкните. Ценный предмет, который можно продать, и кому подарить. Серебряное кольцо с рубином. Я еще... Так, все должен, да? Для заданий. Что-то тут есть. Это что, дневник? Показывает задание. Из третьей главы, там рецепты и тому подобное. Но у меня пока еще ничего такого нет. Ну, действительно, большое здание, посмотрите. Какое, так, это как же называется? Фреска. Вспомню. Заперто. А мы же здесь уже были. Ты что загибаешься? Они грабят лабораторию. Тот маг недооценила его. Быстрее! Математика сделана у нас? Нет. Так, ну-ка помолчи и пандочку подними. Панда упала. Ее надо поднять. Так, а вот где вот? Ну-ка давайте-ка вниз. Блин, надо было наверх пойти сначала.
Там наверх надо было поди сначала залезть. Хотя, если игра линейка, то смысла нету. Что? Нашел что-то, нашел, падла. Нашел. Теперь у нас есть все. Зачем тебе эта маска кожаная? Идиотиновка. Профессор, займись ведьмаками. Опа, нажал что-то и... Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Ты дебил, у тебя стрела-то одна, а нас-то двое. Проверим. Лео, стой! Байка, как и думал. Не успел нахрен, блин, такой момент завораживающий. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Где он экстракт был здесь? Рефорда Белого? Не найти. Весемир! Лео умер. Как это случилось? Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, согласен, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Так, щелкните левой кнопкой мыши по иконке медитации. Где иконка? Ага. В диалоге, чтобы войти в режим медитации. Пока. Так, а где у меня медитация? Так, персонаж. Взять все. И не хватает всего-то мага, который бы знал, как всем этим пользоваться. Так. Ты туда ушел? Травы. У меня от одного запаха голова кругом идет. Понимаете, ну ты мог спрыгнуть, слезть, я не знаю, что ты нахрен вот такие надо обязательно по ступеньке. Вот. Когда-то они меня уложили на этот стол. Так. Так, что мне по заданию-то надо? Так, Лео погиб от рук профессора. Так, мне надо отдохнуть, а потом посмотреть замок и убедиться в том, что все остальные ведьмаки в Террисе в порядке. Если мне встретятся оставшиеся, они ответят за смерть Лео. Только текущие стадии показывают, только текущие задания. Да? Пока. Мы до них доберемся, обещаю. Система, карта, герой. Дневник. Медальон. Не вижу нигде. Да? А, вот так вот. Полученный новый талант. Охренеть, тут что-то я еще и заработал. Вы заработали пункт
и таланты. Их можно использовать для улучшения своих персонажей, включающих так атрибуты, знаки и стили боя. Выберите из списка слева свойства, которые вы хотите улучшить. Потом выберите среди подсвеченных улучшений. Так, на дереве умений в правой части. Чтобы подтвердить выбор, щелкните по иконке. Так. Это что такое? Таланты. Пункты при, так, для при приобретения умений и развития навыков персонажей. А что такое? Где у меня? Ага. Неопытный ведьмак. А тут еще что-то можно, да? Раз. Ну, пока мне это не надо. Мне 2 часов хватит. Много не будем загружать себя. Так. Что за 2 часа ты мне ничего не принес здесь? Так. Я не понял, а что у меня с картой? Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео. Но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис. 20 минут прошло, ты еще ни одного примера не написал. Придется немало побегать, чтобы найти компонент. Ты ничего не показываешь. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: наконец-то ты проснулась, Меригольд. Это ведь Ламберт. Он еще и дразнит ее. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Вот это хорошо, вот это надо. Так, щелкните левой так, кнопкой по иконке со свитком или нажмите О, чтобы открыть дневник. А где свиток-то находится? Или нажмите О. Так, активная пауза. Атака. Быстрый стиль боя. Это мы что? Это обучение. Ага. Виды от третьего лица. Действие эликсира, добивающего удар. Это вот то, что мы сейчас. Поднятие предметов. Энергия. Ингредиенты. Так, обозначенный серебряным цветом, является одной из основных алхимических субстанций. Входит в состав многих трав, минералов и частей монстров. Обозначает желтым. Одна из химических субстанций. Квербит. Короче, на, тут это пипец. Рецепты гром, ласточка, филин. Это у меня есть. Глоссарий. Что говорит? Медицина. На протяжении многих веков болезни мучили человечество. Но однажды Яну Бекеру удалось подчинить силу своей воли, и люди получили мощное оружие против недугов. Маги изучают бактерии, вирусы и способы их распространения, а также проводят генетические исследования. Результаты их трудов взяли на вооружение медики.
Они основали множество лечебниц, создали все более эффективные лекарства. Кроме того, существует магический эликсир, способный заживлять внутренние раны и повреждения. Многие чародеи, например, стали целителями, путешествующими по миру, принимающими магию на благо других людей. Так а волшебники, только некоторые люди способны стать волшебниками. Ну, то мы знаем персонажи. Ну, так. Места. Вот задание. Защита Катерморхена. Лео погиб от рук. Потом посмотреть замок и убедиться в том. Так, ну мне, кстати, да, замок и так надо смотреть. Ну-ка, ты меня сейчас научишь, нет? Они за это заплатят. Нет, не сейчас ты меня этого научишь. Блин, я опять назад. Ну манишь ты меня. Так. Я еще что-то могу этого камня выучить? Нет, нет, не могу. Ладно, идем. Теперь-то я хоть... книгу. Так, 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 так. Где? О, а сейчас наверх поднимусь. А я бы и так не поднялся, да? Да. То есть сюда поднимаемся и все. Ладно, я вас понял. Кухня теперь открыта, я надеюсь. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Эккум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Так, где мне найти кальций? Где мне найти кальций Эккум? В сундуке, в спальне. Так, где мне найти спирт? Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. А что это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео. Бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Обязательно. Бывай. Так, вы сами можете готовить эликсиры в режиме медитации. Вначале нужно собрать все необходимые ингредиенты. Так, щелкните, чтобы зажженному костру, чтобы войти в режим медитации. Ага, все понятно. Не-не-не-не-не. Встань. Взять все. Мало ли что и зачем мне понадобится. Шашлычок я бы не отказался бы сейчас. Так. Да тихо ты. На. Пожалеешь о том дне, когда родился.
На. На. Вы откуда-то отсюда бежали? Только что тут все разрушено было. Падла. Так. Сейчас ты вау завяжешь. Да не так, беги. Давай. Раз. Блин, меня крошат там. Вот так. Взять все. Сейчас ты у меня сбежишь. На. На. Вот так. Куда мы? Ох ты, бочка, что-то делается. Сдохни, ублюдок! Вот так. Вот так. В настройках игры можно отключить всплывающие подсказки. Взять все. Я не понял, это другая башня. Блин, как Гарри Поттер нахрен. Так. Это библиотека. И он туда не заходит, падла. Не заходит, ладно. Я вот даже не знаю, мне стоит вообще туда на третий этаж подниматься. Ну ладно, раз здесь никого нету, можно пойти. А вот здесь, по-моему, если не ошибаюсь, третья часть начинается отсюда. Что он? Как называется это, блин? Ведьмак 3. Вспомнил название. По-моему, отсюда она начинается. Первый этаж. А, это вот я покуда поднялся.
все понял. Охренеть, вот вам и замок. Что тут есть? Охренеть. Кто так строит? Еще все разрушено. Нам что он? От чего достался-то? От кого? Тут тролли свадьбу справляли, что ли? Ну так-то прикольно было бы такой замочек, замок построить. Ага. Нашел минерал. Так, места гармонии, рецепты. Крокус, эфир, эфир. Крокус, эфир, эфир. Ингредиенты у нас. Так, монстры. Пока еще нет, места. Понятно, лаборатория. Персонажи есть, задание. Есть, так, герой это вообще вот. Что за у меня тут? Чтобы разделить предмет, щелкните, чтобы использовать. Продать или кому подарить. Вот так. Ладно. Учтем. Ласточка. 6 штук. То ли он живой, то ли он не живой. Один и шесть, один и шесть. А я его никуда сюда не могу. Здесь. Остальной меч для боя против людей на большинство чудовищ не действует. Используется мини-мачем боевым стилем. Это оружие несовместимо с мини-мачем боевым стилем. Так, ладно. Мне надо... Так, ингредиенты. Так, я выполнил все задания, которые мне дал. Так, теперь надо поговорить с ним. Ламберт. Ну давай. Блин, большое здание. Дальше не идет, сам по себе не идет. Так, вот отсюда я туда прошел. Сохранение игры.
Где ты, падла? Вы его бы не показали, где он находится. Кто там впереди? На халяву, опаньки. Выходим на первый этаж. Кто где находится? Так, здесь я все взял. Все взял. Кажется, ведьмаки всегда лучше управлялись с мечом, чем с кистью. Посмотрим, что здесь есть. Такие бойницы. Прикольно. Прикольно. Вот как это все строилось, нахрен. Тебе что-то нужно, волк? У меня несколько вопросов. Да? Ты можешь мне рассказать об эликсирах? Спирт – основа для алхимических зелий. Чем лучше спирт, тем чище и ценнее выйдет эликсир. А? А Трис не могла помочь тебе закончить мутацию, Лео? Может, и могла. Я не знаю. Мы никогда не показывали Трис лабораторию, а последняя мутация была совершена много лет назад, еще перед битвой. Весемир может тебе рассказать больше. Ты думаешь, Трис никогда не использовала магию, чтобы заглянуть внутрь лаборатории? Она уважает наши тайны. Кстати, она многое сделала для нас, для тебя. В общем, я ей доверяю. Так почему же ты не показал ей лабораторию? Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей и все такое. Я не сомневаюсь, что она бы попробовала. Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфреда Набеля? Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Порох! Понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Расскажи мне про испытания и их последствия. Этот процесс подразделяется на три этапа. Первый – это отбор. Лео уже прошел его. Выдержал тяжелое обучение в сочетании с правильной диетой. Я так понимаю, это нечто большее, чем просто салат с морковкой. Да. Особые грибы, мох и травы растут в лаборатории. В сочетании с обучением они заметно ускоряют рост мышечной массы и обмен веществ, таким образом улучшая тонус организма.
Все проходят этот этап? Увы, нет. Печень и сердце часто не выдерживают, а иногда и разум тоже. Появляется излишняя агрессия, неконтролируемые приступы ярости. Опасная вещь, короче. Понятно. Каков второй этап? Испытание травами. Про него навыдумывали больше глупых сказок, чем перед нападением в лаборатории содержались пузырьки, склянки, алхимические горны, формулы растения и травы. Не хватало только мага и его магии. Ты когда-нибудь видел испытание? Только одно. Наше. Когда у тебя побелели волосы, я думал, что схожу с ума. Травы влияют на нервную систему, так что магия должна контролировать процесс. Испытание дает молниеносные рефлексы, реакцию, которой никогда не достичь нормальным людям. Выживают только 4 из 10. Давай сменим тему. А последний этап не интересен. Можешь помочь? Атрис не могла? Я пой... Подожди, сначала ты. Привет. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно. Надо еще две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весемир скажет тебе, где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Ну, вставай. Было нелегко. Наверху я нашел несколько мародеров, но... Это не проблема. А вот до Ламберда таки добралась Химера. Но ничего серьезного, к счастью. Хорошо, что ты пошел за Трис и справился с магом. Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но главные компоненты исчезли. Я знаю, наша прекрасная чародейка была права. Ты хорошо все сделал. Возьми это оружие и меч. Я их держал для тебя. Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций экуум. Что дальше? Тебе понадобится ласточкино зелье. Можешь взять его у меня. Давай. Плюс коготь монстра, например, химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще 2 школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Беренгара? Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего, путь. На самом деле никто здесь не может сказать, что он знал Беренгара. Он часто сбегал из Каэр-Морхена, но всегда возвращался. После испытания травами он принял свое предназначение и начал тренироваться. Почему его нет здесь? Не знаю. Мы потеряли с ним связь. А что, если я перепутаю ингредиенты? Придется искать новые. Где? По поводу когтя и ласточкиного зелья обращайся ко мне. Алкоголь есть у Эскеля. Кальций я видел где-то на 2-м этаже. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Давай. Ты уже защищал? Так. Есть мысли, кто на нас напал? Нет, но наличие мага означает, что это не просто бандиты. На мертвых мы нашли значки в виде саламандр. До встречи. Привет, подожди, мне что тебе надо? Что мне делать дальше? Поговори с Весемиром. Бывай. Так, у кого-то что-то можно взять здесь было. Че?
Ты видел магическую бурю? Я охотился. Как раз перед тем, как началась буря, стая козадоев взвелась в небо. Сотни птиц. Серые сполохи, яростно бьющие крыльями. Но обычно их здесь собирается меньше. И... С остальными. Прощай. А где тут выход-то? Все, это открылось, да? Дверь во двор. Ладно, мне туда и надо.